контрольные в ВУЗе? Да, ребята, поступая на первый курс, я надеялась, что у меня будет максимум всякие работы, проекты, доклады, командные задачи и все, да, это у нас есть. Но также есть всеми нелюбимые контрольные, которые называются у нас модульными. По сути, проверка знаний за пройденные модули. И они у нас только по языкам. У меня это английский и итальянский. Это отличная возможность за раз набрать много баллов перед зачетом. При этом ты ничего не теряешь. Но сложность этих модульных зависит от преподавателя. Например, по английскому нет никакого контроля, ты спокойно пишешь, можешь воспользоваться своей тетрадкой. А по итальянскому у нас как в школе, собирают телефоны, пристально за нами наблюдают. Мне кажется, в какой-то степени это классный способ замотивировать студентов лучше знать материал. Что думаете вы?